Вы смотрите новости онлайн. Для тех, кто не в курсе, рассказываем, весь скандал начался из-за петиции, которую создал активист Вадим Манукян. Вадим был уверен, что Аллы Борисовны в «Голубых огоньках» чрезвычайно много и предложил людям подписать документ о том, чтобы Примадонна не принимала участие в съемках в этом году. Вероятнее всего, слышать такой 68-летней Алле Борисовне было неприятно. Но она весь год хранила молчание. В то ж время фанаты переживали, смогут ли они выпить шампанского под песни Аллы. Ситуацию немного прояснила директор Пугачёва Елена Чупракова, которая на вопрос, будет ли Алла на ТВ в новогоднюю ночь, ответила отрицательно. Так что вполне возможно, что в этом году поклонникам артистки придется довольствоваться старыми огоньками или петь песни, смотря YouTube или включая пластинки на мобильных телефонах. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!